Чик-чирик-чириканутые. В этот контент я вкладываю очень много сил. Я давно не выкладывал ролики с мячом, потому что хотел передохнуть. И после своей передышки сегодня я продолжу создавать идею. И в этот раз я рисую шикарного вратаря Диму Сычева. Слежу за его игрой очень давно. И таких великолепных сейвов я давно не наблюдал. Он еще и молодой такой, такого же возраста, как и я. Я рисую маленькие детальки, подчеркиваю форму лица. И все это очень кропотливо и много времени занимает. И волосы в разные стороны я прорисовывал, чтобы получить объем. Я даже глаза несколько раз перерисовывал, чтобы они были живыми. И думаю, что результат моей работы вам очень понравится. Как вам такой портрет? Он как живой получился или нет?